В этой трехкомнатной квартире в Кировском районе Самары на площади 60 квадратных метров проживают сразу три поколения. Супруги Пономарёвы, пятеро детей, три мальчика и две девочки, бабушка и дедушка. Всего 9 человек. Сейчас глава семьи выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Кажется, у Пономарёвых есть все, что нужно для полного счастья. В семье царит мир, любовь, понимание и уважение. Однако была у них заветная мечта – более просторное жилье. И вот в преддверии Дня семьи, любви и верности задуманное сбылось. Глава Самары Елена Лапушкина приехала к Пономарёвым, чтобы вручить сертификат на улучшение жилищных условий, а также полезные подарки. Вам сертификат, вы сможете это позволить. Более просторное жилье для всех ваших замечательных детей. А вот это смотри, может тоже понравится. А вон смотри, что есть. Саш, какая клевая игрушка. Все мне даешь, да? Жилищным вопросом семья Пономарёвых занялась год назад. Не верится, что это случилось так скоро. Нам говорили, что нужно подождать. Ну, это потрясающе, что есть такая программа, замечательно. Мы с большим удовольствием приобретем жилье, вселимся туда, будем жить. Спасибо огромное. Сумма социальной выплаты покроет расходы на приобретение новой квартиры. Специалисты отмечают, такая материальная помощь положена семьям, у которых 5 и более детей. Средства выделяются из городского бюджета. В этом году беспрецедентное количество средств было выделено главой города. Нам выделили 26 миллионов на 4 многодетные семьи, которые в этом году улучшат жилищные условия. Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий находится 6 семей. 4 получат субсидии уже в этом году, а 2 – в следующем. Чтобы узнать о программе более подробно, нужно обратиться в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Пономарёвы уже присмотрели новое жилье в своем районе, так как здесь есть школы, детские сады и вся необходимая инфраструктура. Ксения Баканова, Константин Головин. События.